Июнь 441 года. Дворец Атилы. Гуннский император был потрясен. Они посмели ограбить могилы гуннских князей. И вы говорите, что это сделал епископ Маргума. Арест подтвердил. Епископ Андош со своим слугой был замечен нашим патрулем, когда он отчаливал ночью с этого берега Дуная вдали от обычных мест переправы. Патруль пошел назад по их следам и наткнулся на разграбленные гробницы. Анигес добавил, и это человек, который учит других морали, посвящает по много часов в день на разбор судебных дел. Выносит приговоры. Атила сказал грустно, это самое тяжелое преступление для народов степей. Анигес напомнил поучительный исторический пример. Когда царь персов Дарий совершил поход в степи после бесплодного марша, предложил скифам сразиться. Те ответили, найдите и ограбьте могилы наших предков. Тогда только мы сразимся. Разумеется, Дарий этого не сделал и отступил со своей утомленной армией. Атила заключил печально, что это произошло возле Маргума, где был подписан договор, который мог бы послужить основой мира, но который всегда нарушался Константинополем. Чаша терпения переполнена, скоро начнется Маргумская международная ярмарка. Не исключено, что будет попытка продажи награбленных ценностей. Приказываю совершить налет на эту ярмарку и конфисковать ценности и деньги у римских участников для возмещения морального ущерба и поиска вещественных доказательств против епископа. Если он подвернется под руки, то арестовать его для допроса. Приказ Атилы был исполнен гуннским отрядом, но епископа не оказалось на ярмарке в день набега. После этого инцидента состоялся быстрый обмен письмами между двумя императорами. Сначала Теодос выразил свое огорчение по поводу атаки Маргумской международной ярмарки и высказал предположение, что это дело рук неконтролируемых элементов. Поэтому он предложил своему другу императору Гуннов найти и наказать виновных. Атила ответил, что подданные его империи законопослушны. Подробно изложил причины налета на ярмарку и потребовал выдачи епископа Андоша. Теодос приказал допросить епископа, который, естественно, не признался в страшном преступлении и свалил все на грабителей могил. Теодос написал, что он считает Атилу образованным и цивилизованным человеком и посоветовал обратиться в суд с иском на епископа и предоставить доказательства его вины. Получив это письмо, Атила не мог удержаться от смеха. Вот ответ достойный редактора кодекса Теодоса. Анигес заметил, смеясь, эта компиляция римских законов является единственным полезным делом в жизни этого императора. Всеми остальными делами правят Пульхерия и Евдоксия, которые грызутся между собой. Атила принял серьезный вид. По нашим законам воры наказываются сразу после установления их виновности без всякой долгой процедуры. Неужели Теодос допускает мысль, что император Гуний может выступить истцом перед римским судом? Придется показать на полях сражений, что к Гуннской империи надо относиться более серьезно. Пусть он немедленно выдает нам епископа Андоша в соответствии с международным правом и обычаями. В следующем письме Теодос попросил предоставить ему точный список награбленных ценностей. Реакция Атилы была резкой. Он сказал гонцу, передайте вашему императору, что я больше не буду ему отвечать. И я требовал выдачи преступника, а не начала бюрократической процедуры. Мне самому придется пойти за ним на вашу территорию. Когда гонец вышел, Атила приказал, начните маневры вдоль Дунайской границы. Отправьте гонцов ко всем князьям с приказом о мобилизации войск для большой войны.
со стены Маргума епископ Андош видел, как собираются с развивающимися знаменами с тангрианскими крестами гуннские войска на противоположном берегу Дуная. Были слышны звуки барабанов и боевых труб. И епископ задрожал от мысли, что слабовольный император Теодос выдаст его гуннам. Чтобы избежать войны, что делать? Есть только один выход. Отправить Катиле гонца с предложением. Каким? На что он может согласиться? Жизнь в обмен на Маргум? Почему бы и нет? Маргум — мощная крепость. Катиле будет интересно взять такую крепость, не потеряв ни одного воина. Может быть, он даже согласится оставить меня епископом этого или другого города. Другого выхода нет, Аттила принял предложение Андоша, и епископ открыл гуннским войскам ворота города. Теперь большая война была неизбежна. Аттила поднялся один на высокую гору, снял свой золотой ремень и надел на шею. После этого он сел на камень и провел целые сутки в общении с Богом. По его приказу сотни тысяч воинов должны были прийти в движение, получить разрешение обнажить оружие. Будут жертвы, в том числе невинные, все ужасы войны. Войска должны будут кормиться за счет завоеванных областей. Но жертв будет больше, если не воевать. Константинопольские дипломаты и эмиссары не унимаются. Натравливая на гуннов народы с таким трудом возрождаемой империи и соседей. Нет ничего страшнее анархии степей и в том числе для соседей. Аттила ответит перед великим Тангра и своей совестью за свое нелегкое решение, принимаемое во имя порядка и мира в степи, во имя будущего Пакс Хана Романа.